Журналисты, блогеры и студенты профильных вузов Одинцовского городского округа смогут принять участие в 12-м всероссийском конкурсе «Смиротворец-2020». Творческое состязание направлено на поощрение деятельности, связанной с освещением жизни, культуры и традиций народов многонациональной России. Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил важность мероприятия и призвал одинцовских журналистов и блогеров откликнуться на призыв организаторов. Первый этап конкурса пройдет с 10 сентября по 4 ноября.